Войт, они же в 4 хила захилят. Это говорит царь обезьян. Надо скинуть этот спек, блядь. Бесполезно. Да не хочу я хилить, я не люблю ни хилить, ни танчить. Я... Ну кому? Ну такой же спек может шаман себе сделать, блядь, или другой кто-нибудь спек. Ну я тебя понял, ну чё, больше никто не может в хила, что ли, спекнуть? Я крайний. Так я на тебя вчера щелды кидал. Ты сказал, накинешь, так не накинешь. Фига. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний открыли... Ой, ТСС отдавать кому-то? Вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Софтрейм. Вас, кто смогут пережить испытания, войдут в серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герои! Я зайду на ДК, если что. Не, я про чемпов. Чудовище!
Чудовища повержены! Сейчас великий чернокнижник Вилфред Гиппопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! Я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный... Сейчас два Салайса выпадет, будут хилы танцевать тут с бубом. Ебошлая, когда я ходил, выпало два Салайса, две приги. Поэтому я и не хочу... Две приги, два Салайса выпало, капец. Thank you.
Ну кто зациклонил? Уже отдавал. Иннервейт по царю обезьян. Ну как тебе сказать, Bubble сдох в самом начале, потом опять сдох в самом начале. Ну и как бы, блин, у меня билд не для того, чтобы метку захиливать, а чтобы захиливать пати. Вот когда урон по группе проходил, я как... Нет, не вкачанный, я же говорю... Ну так я тебе говорю, я не хилю большой вообще. У меня билд чистый по 20... Войд, дай класс. Войт, есть фласочка? Окей. Запусти. Эредарский повелитель пылающего легиона.
тот раз зеленый сдох, он вообще метки. У меня КД. Отправляйся в пустоту! Плоть от кости! Весьма трагично и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки Альянса! Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой! Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем! Ну вот, кстати, сейчас заметку скажу. Допустим, вот Лок на последних успели захилить. Он, блядь, взял и нажал портал. И, блядь, залосил всех хил. Турнир продолжается! Я бы там вам тыкнул, чтобы для вас ближе было. Ну, получилось наоборот.
Чё, бревно по тебе побанить? Давай. Да, ДКшники, притяните, пожалуйста. Войд, ты лут не забрал, что ли, или чё вот этот народ спамит? Не подходите, сагрите. Арбалет неплохой, Навара. Там. Я хилят звезду. Все, звезда сдохла. Погнали по ханту. Я контролю после меня, то и фокусят, я убегаю. Так,
После кружка крестик, да? У всех зависло. Беги, малышка, беги. Просто раком встал и все. Не достаю. Слишком далеко. Сейчас. Беги, малыш, беги. Сегодня еще целкады про нас, да? Лут, не забудь, пожалуйста. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости?
пали великие воины? И ради чего? Не знаю. Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва. Ты хочешь не забыть то, чего сама не знает? Да. Лут — это двое вот этих вот бесполезных наручей на хан. Когда у нас ни одного. Ты на жизненную силу, наверное, надеялся. Тем более уж смысла его нет. Да смысл все равно плащи не заберем. Вроде сбил. Да. Мне написал смену цвета. Не, кто под черным был. Темная. Тебя оценили и признали ничтожеством.
Блять, я долбоёб. Гера выйдет погулять. На ответ раз сорвал. Теперь все равно на нуба же не найдешь смысла. Договор. Еру, дай. Да. Да так завалим. Ух. В смысле, может быть? Это я что, не вовремя пришел, да? Чат. Юрада? Мне один нужен на main spec. Soft rain. А, что там что? За 96. Я забрал. Да-да, 77. Смотри, кому-нибудь. О, нежный ром. Ha ha ha.
Одна хуйня. Так, хантов нема. Это Войт, а перерыв Бифларов будет перед игрой Майкл? Ну, минут, да, 2-3 хотя бы, я просто ответ хочу. Войт Грул первый, правильно? Блять, я уже почти на Груля прилетел. Так завернул. Топ арбалет Навара, если не считая ЦЛК 10 гер лич и ЦЛК 25 гер лич, это с Ануба, с 10 гер, с сундук. Меткость арб просто топчик. Я бы на трансмог взял. Ну и вот, кстати, тебе, вот когда маской надо было захиливать, я своим престолом вот, перехилил рестер друида, блядь, 265-го, с учетом того, что у меня полшмот на и ни одной сетовой шмотки на хила именно. Царь обезьян, да. Ну, на АУЕ боссах очень хорошо себя билд показывает, а когда соло таргет захиливать, вот это, конечно, проблема. Ну, я тут нафуричил. Пересбор будешь делать или из этого же пакета?